Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Ольга, и я подготовила для вас обзор новой коллекции фабрики декору My Little Baby Girl. Эта коллекция идеально подойдет для создания детских альбомов, маминых сокровищ, бэби-буков и поздравительных открыток для маленьких принцесс. В коллекцию входит набор двусторонней бумаги двух размеров, чипборд, наборы фишек, листы для раскрашивания и вырезания. В наборе бумаги 30,5 на 30,5 сантиметров 10 двухсторонних листов, плотность бумаги 200 грамм на метр. На обратной стороне обложки расположены иллюстрации для вырезания. Вот такие милые и очаровательные пандочки стали главными героями коллекции. Всего в наборе 10 дизайнов, и каждый дизайн повторяется дважды. Все принты хорошо сочетаются между собой. Яркие и красочные с цветочными мотивами дополняются нежными, пастельными и лаконичными фонами. В коллекции также представлена бумага размером 20 на 20 сантиметров. Все дизайны одинаковые и плотность бумаги также. Этот набор идеально подойдет для создания мини-альбомов и поздравительных открыток. В коллекцию также входят наборы фишек по 4 штучки в каждом. Надписи представлены на двух языках. Чипборд представлен в двух наборах, где вместе с очаровательной пандочкой есть слова и фразы для надписей в альбомах. Также эти дизайны представлены в виде золотого и серебряного фолигированного чипборда. И еще один приятный бонус вы получаете вместе с большим набором бумаги. Это карточки и теги. Они представлены также на двух языках. Все слова и фразы в них очень милые и помогут подчеркнуть в альбомах нежность возраста и родительскую любовь к малышке. Конечно, для любителей пораскрашивать. В коллекции представлены листы для раскрашивания маркерами и аквачернилами или сухими красками Magic Paint. Thank you.
Другие товары фабрики Декору также станут незаменимыми помощниками при создании ваших работ. Эмалевые и стеклянные капли добавят ярких акцентов вашим творениям. Пудры для эмбоссинга и декоглазурь прекрасно помогут покрасить чипорт и другие декоративные элементы. А добавив немного глиттера, работа станет еще привлекательней. И на этом список не заканчивается. Загляните в магазин, и вы обязательно найдете все нужные материалы для создания своих неповторимых работ. Все ссылки на представленные товары вы найдете в описании к этому видео.